Мы сегодня завалим. Ануба. Ну а чё, три танка есть? Есть. А пану на ДК можно зайти или нет? Или поздно? Да, наверное. Не хочу я бахать. Можно данный ретрик порулить? Мне ничего на колика не надо. Спасибо. Вы говорите, что на данный ретрик, я хуй его знаю. Привет, вы куда собрались? Здорово, ИВК. А, кстати, с 5К ты пускай твой ИВК? А, нет, у него их должен быть теперь 25, да? И все? Это единственный сорт? ИВК пускает, я ходил в прошлый раз. С 5, но их 25 должно быть убито. У нас нет шамана, Макс. А нет, есть Мося шамана. Я могу слот купить драгме. Да, да, я могу. Потому что тут два... Сейчас, мам, потому что два уже холи паладина, поэтому смысла нету. Сайрик, отправь на замену меня, а Макса возьми. Макс. Ой, не надо даже отсюда уйти, да, сейчас. Кем хилом, да? Понял. Тут смотри, с Холи Палами вообще проблем нет. Спасибо. Аж места, блядь, старенькой Твиси сходить нету. Thank you.
ожиданием следующего бойца. На арену выходит Ледяной Рев. Сражайтесь или погибнете, герои! Чернокнижник Вилфред Гиппопамс призовет вашего нового противника. Готовьтесь к бою! Призыва. Когда я закончу, появится грозный демон. Готовьтесь к забвению! Ага! Получилось! Трепещи перед всевластным Вилфредом Небопамсом! Мастером призыва! Ты покорен мне, демон! Ничтожный гном! Тебя погубит твоя самоуверенность! Перед вами Джарацус! Эретанский повелитель пламенчего легиона! Thank you.
Плоть от кости! Послужить уроком тем, кто смеет беспечно играть с темной магией. К счастью, вы победили демона, и теперь вас ждет новый противник. Подлые собаки Альянса! Вы выпустили повелителя демонов на воинов Орды? Ваша смерть будет быстрой! Альянсу не нужна помощь повелителя демонов, чтобы справиться с ордынским отродьем! Тише! Успокойтесь! Никакого заговора здесь нет! Чернокнижник заигрался и поплатился за это! Турнир продолжается! Добрый день! В следующем бою вы встретитесь с могучими рыцарями Серебряного Авангарда. Лишь победив их, вы заслужите достойную награду. Они хотели запятнать честь Альянса. Они пытались нас оклеветать. Я требую справедливости. Тирион, позволь моим чемпионам сражаться вместо твоих рыцарей. Мы бросаем вызов Орде. Хорошо. Да будет так! Сражайтесь с честью! Сражайтесь во славу Альянса, герои! Во имя вашего короля! Это было лишь пробой того, что ждет нас в будущем! За Орду!
Чё бьют? Ярен. Добили. Геру просто не доваливают на землю. Ставь. Меня этот маг заебал, он меня уже третий раз сейчас убьет. Кастует, не убежит. Заземление став шаман, а дым подсорбишь. Добили. На мне блефал сидит. Давай. Вернул. Добили че. Yeah.
Рывок, да. Как и чипшот. Последнее испытание. Из глубин ледяной короны навстречу вам поднимаются две могучие воительницы плети, жуткие валькиры, крылатые вестницы короля лича. Пусть состязания начнутся!
Ты уверен? Типа надо было цвет менять, как на пол экрана писало, блядь. Давай, сейчас определись, кто под какой сферой, кого, блядь. В черный переключились все. Ой, Байер, быстрее. Любой дроид. Это. Что, Геру может дадим, добьем. Гера, да, эти два. Ой, пошли на нуба. Потраем. Все равно 40 минут до NextRT. Давай попробуем просто, не? Арчи дай просто на проверку. Может, через РВ там легче смотреть. Чупс и, по-моему, Фоджа. Фоя.
Да, хороший. На первое время как Холика. Заебачи. Так дико все равно с ролью. Наш мах. Наш вырыл, по-моему. Теперь по ИПГП распределяем. Ну, явно вредер, если это ИПГП. Он сюда ходит за ним. Он пишет, что ему не надо. Гильдо. Так зачем ему? Говно. Ну, на ретрика чё, норм? Нет. У него же основной ретрик. Колба чешка. Ну, вообще, действительно. Капитан очевидность чешского веры лучше, чем с обычки, да?